Смотрите, как некрасиво. Какое безобразие. Это на мои флоксы напала мучнистая роса. И если с ней не бороться, то можно потерять свои растения. Поэтому я буду бороться жестко. И вот с этой напастью я буду бороться с помощью средства прогноз. Раньше я боролась с помощью хома, но прогноз мне понравился больше. Сейчас скажу почему. Вот этот куст тоже был болен. Был болен достаточно сильно. И я его опрыскала средством прогноз. У меня не оказалось хома под рукой. И я его опрыскала средством прогноз. Не опрыскала, а просто полила из лейки сверху. Вот. И где-то часа через два, погода была пасмурная, часа через два пошел дождь. Я очень расстроилась, потому что поняла, что обработка моя не сработает. Каково же было мое удивление, когда на следующий день я увидела чистый куст. Поэтому теперь я буду обрабатывать только этим средством. Вот рядом растения больные есть. Ну вот рядом есть больное растение. Кстати, вот вариегатный флокс не подвергается нападению мучнистой росы. Вот этот куст тоже был обработан. А вот этот пересажен сюда с другой клумбы, где обработки не было. И вот, смотрите, мучнистая роса в полный рост. Но я теперь очень верю в средство прогноз и буду пользоваться только им. Буду обрабатывать весной пару раз. В этом году не получилось из-за болезни, да? Пару раз буду обрабатывать весной, ну и по мере необходимости.